Приветствую вас. Я поделюсь своим опытом того, как лично я работал с фотографиями людей. Значит, по фотографии можно определить, каков человек. По фотографии можно определить его основные характеристики. Основные черты характера, например. По фотографии можно определить то, как человек ведет себя, какой он. С изрядной долей, конечно, погрешности, с изрядной долей, конечно, ошибки, но, тем не менее, сделать это можно. По крайней мере, у меня есть опыт удачной работы в этом направлении. Хотя с физиогномикой я не занимался специально, по крайней мере. И исходя из вот этих моментов, исходя из того, что я вам сказал, можно сделать вывод какого плана. Во-первых, если будет понятен, каков человек сам, то можно будет сказать и что он о вас думает с большей долей вероятности, например. Но если вас это не устраивает, если вы хотели бы более такого, знаете, более примитивного ответа, более конкретного, может быть, ответа, что, в принципе, вы имеете право, в общем-то, хотеть и просить. А если вам нужно это, то тогда я бы настоятельно рекомендовал бы вам обратиться все-таки в раздел эзотерики и там задать этот вопрос. Уверен, именно там вам помогут и именно там вам ответят на то, что вас волнует. Ну, конечно, с изрядной долей погрешности, как мне кажется, даже там. Потому что все-таки всегда есть вероятность того, что эксперт может ошибиться, эксперт может быть неправ и так далее. И вам в этой ситуации, мне кажется, важно этого ожидать. То есть вам важно ожидать, что все это будет относительно, что решение все равно принимать вам. И тогда, я думаю, вы сможете сформировать у себя четкие ожидания того, чего вы хотите получить, например, от эксперта. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!